Всем привет, ребят, с вами я, Макс Фифа, и это у нас PS-очка 2018, ребят, третья часть. Давайте, ребят, мы поиграем сегодня один матч, и у нас, кстати, смотрите, у нас... Мы сейчас откроем один пак, ребят, вот такой. Ребят, я хочу очень хорошего игрока, пожалуйста, вот смотрите, вот. Я очень хочу Мухаммада Салаха, ребят, прям очень. Просто надо, ребят, выбить, пожалуйста, я просто умоляю, ребят. Ну и потом уже начнем... видос, ребят, погнали, давайте, открываем пак. Давайте, ребят, пожалуйста, остановите видео и напишите в комментариях, какой игрок нам выпадет. Ну, черный мяч или золотой, давайте, ребят, смотрим. 3, 2, 1, нажимаем. Золотой, окей, нормально. И это Ловрен, ребят, неплохо, все, ребят, погнали играть матч. Все, ребят, нашелся у нас соперничек. Да, ребят, я сказал, если вы хотите покопанинг, то наберем, ребят, 5 лайков. И будет покопанинг, чтобы все зависит от вас. Все, погнали, ребят. Команда у нас стала 94. И Андре Силва. Ой-ой-ой. Надо делать 1-0, ребят, кстати. Ага, понятно, делал я 1-0. Выкидываем аут. В ране подаю. Ну, боже, зачем такой кошмарный удар? Хорош! Забивай. Как? Ну, вот сейчас как ты не забил. И подача тут сразу, давай. Блин. Ой, какая подача. Давай. Блин, лонгшот. Блин! Ребят, почти, капец. Давай, подача. Андре Силва. Навес на Лекозет, а Лекозет 1-0. 1-0, Александру Лекозет. С головы, ребят, просто изи, ребят, изи. Александр Лекозет или Саша Лекозет. Просто. Да, кстати, ребята, рейтинги обновились. У меня сейчас 399 рейтинг. Ай, нет. Спокойно, спокойно. Давайте, ребят. Ой-ой. Это выход. Вот это выход, ребят. Вот это линия выхода. Вот это, посмотрите на этот выход. Давайте, ребят. Да, ребят, это гол. Это гол, ребят. Просто голясо, голясо. Лекозет. Лекозет. Лерой Сана, ребят. Лучший. Все, ребят, давайте продолжаем. У меня что-то запись вылетела. Давайте. Надо, чтобы он просто у него тупо в интернет. Он просто рейдж квит. Ой, ну это не это желтое, ребят. Извините, я перемещу это сюда. Это желтое. Давайте, ребят, давайте, 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 давайте. Надо выиграть. Давайте. Да вот сюда, смотрите, ребят. Давай, давай, давай. Я еще подкат делал. А, они просто... Видите, какой раскат мы сейчас сделали? Давай, давай, давай! Выби, выби, выби. Хорош. Отлично, ребят. Все, ребят, я к вам вернусь, когда уже будет второй тайм. Все, ребят, погнали, второй тайм. Начинаем. Там зовут... Ой, вот это выход! Давай, Андрей Сила. Ай-яй-яй, Кузьми какой-то. Де Павло, де Павло, де Павло, не-не-не. Почему ты не переключаешься? Ой, фух. Что? Что я сделал? Чё, что я сделал? Чё? Что я сделал? Офигеть просто. Я просто даже ни на какую кнопку не нажимал. Это просто дебильная, это дебильная игра. Это жопа полная, ребят. Забивай. До свидания. 3-1. Да что, какой офсайд? Задрал. Судья конченый, блин. Ну, что ты делаешь, ну? Retard alert. Retard alert, class. Забей, пожалуйста, забей. Заканчивай. Спасибо. Все, до свидания.
Улетай, чувак, улетай. Ты вообще не заслужил эту победу. Александр Лекозет, дубль просто. Лучший, лучший. Смотрите, какой пас выдали просто. Это Лекозет. Просто да. Не знаю. Все, ребят. Изи. Это чувак, у которого 500 с чем-то, 500 с чем-то у него. У него 500 с чем-то рейтинг. Вот он все обновилось, ребят. Честно, я не слился, вы даже можете посмотреть. Вот. Вот два матча и один проигрыш. Там у меня тупо интернет вылетел. Все, ребят, вот такой получился видос. Если вам понравилось, давайте наберем, ребят, 5 лайков. Ну и будет покопник, конечно же. Все, с вами был я, Макс Фа. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Пишите мне хорошие комментарии или просто комментарии там с вопросами, я буду на них отвечать. Все, всем спасибо за просмотр. Пока-пока, ребят.